Уважаемый подписчик, для начала подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо. Прямые угрозы Александру Шестуну. Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун заявил, что руководитель администрации губернатора региона Андрея Воробьева Михаил Кузнецов неоднократно угрожал ему сфабрикованными уголовными делами, если он согласует митинг против мусорного полигона «Лесная» 14 апреля в поселке Большевик и выдвинет свою кандидатуру на выборы в сентябре 2018 года. Сообщение об этом Шестун опубликовал на YouTube. В своем обращении Шестун привел аудиозапись разговора с Кузнецовым, в ходе которого тот предупреждает, что, если он не согласится на условия губернатора, у него будут сложности с начальником управления ФСБ по Москве и Московской области Алексеем Дорофеевым. По словам Кузнецова, губернатору Воробьеву очевидно, что Шестун неоднократно перешел некий рубеж, и работать он с ним не будет. Взамен Воробьев предложил Шестуну должность советника и гарантии, что на время совместной работы никто не будет сводить с ним счеты. В опубликованном разговоре Кузнецов также упоминает, что Шестуну неоднократно предлагали уйти с должности главы района на другие посты, и отмечает, что Воробьев обсуждал его возможный уход с Сергеем Кириенко. В качестве одного из вариантов разрешения конфликта Шестуну предложили место в областной думе. В конце разговора Кузнецов еще раз упомянул, что Московское управление ФСБ внимательно следит за администрацией Серпуховского района. Ранее сообщалось, что днем 9 апреля в администрацию Серпуховской области с обысками пришли сотрудники ФСБ. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил ТАСС. 5 апреля в администрации также прошли обыски. По словам Александра Шестуна, сотрудники ФСБ забрали несколько постановлений по земле от 2008, 2009 и 2011 годов. После этого следственные действия прошли во дворце спорта «Надежда», возле которого должен пройти митинг 14 апреля. Подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо.